Граф. Граф. Там Альфа скучает. Сейчас тоже все гулять пойдут. Да к Валентину Борисовичу зашел за этим, за гудроном. Красить шевартины буду. Сегодня как раз ветерок, солнышко, вон Маруся шарится. Вот, и граф как-то меня услышал. Где он здесь дырки видит? Ворота все закрыты. Пришел, прибежал, орет. Я говорю, сейчас приду, сейчас. Вон, гудрончик. Какой классный. На покраску. Маша. А, еще дядя Валя дал, говорит, у нас осталась картошка, забирай семенная. Мы все посадили. Вот у меня как раз отсюда. Раз, два, три. И там метра три осталось в четвертом рядке. Не знаю, когда, но вот сегодня у меня покраска. Сегодня покраска. Сыром угостил. Ой, Машуля же вчера сыр козий сделала. Валентине отнес, дядь Вале отнес. Ну, он не ест, Тамара Михайловна попробует. Вот. Сейчас разведу его, посмотрю, как. Емкость найду. Тут покрышку надо обрезать. Валя дала цветочки, Машеньке передала. Вот. Машуля сейчас обед сварит, посмотрит, куда цветы посадить. Я сейчас покрышку подготовлю. Ну что, в покрышечке ровненько было вот это все. Солидно, красивенько. Ну, понимаете, да? Вот, улегся. Все, граф. Козлина. Козлина такой. Марусь, что ты рычишь вечно? Парамоша. Парамоныч. Вот, короче, как-то так. Дел куча в деревне. Вон, редисочка, посмотрите. У нас с Машулей какая сказочная. Ползет. Еще надо редиски вон там посадим. Возле летнего душа.